Моторадио представляет. Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях поющие гитары собственной персоной. Вокально-инструментальный ансамбль в лице Владимира Васильева и Милены Вавиловой. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. Мы решили, что для наших слушателей устроить такой вот предновогодний подарок в виде хороших музыкантов, наших старых друзей. Ну, вы, конечно, одни из них. И мы хотим просто создать хорошее настроение перед Новым годом для наших слушателей, ну и для нас самих, разумеется, тоже. А вообще чувствуется наступление Нового года? Судя по выпавшему снегу, неожиданно. Внезапно-то. Поэтому снег переборщил. Переборщил в этом году, и поэтому у нас самое настоящее новогоднее настроение уже сейчас. Я смотрю, у вас сплошь концерты, даже 31 декабря в клубе «Джаггер» вы будете, да? Да, да, неожиданно 31 числа мы будем выступать там, поздравлять наших гостей с наступающим Новым годом. Милена, а вот вы как женщина, как вы вообще относитесь к такому, ну, можно сказать, нарушению женского права быть дома 31 декабря и резать салаты? Ну, мы же артисты, вот, и это как бы... Дело привычное. Задача, да, первая задача от зрителей наших поклонников поздравить, вот, поэтому это очень большая редкость, на самом деле, отмечать Новый год дома. То есть уже вот, не да. Салатик подождет. Да. Салатик подождет, да, но это уже дело привычное. Поэтому. Я за свои гастрольную жизнь, за свою карьеру, там, которая уже больше полувека, там один, если не совру, 2-3 раза всего праздновал Новый год дома. Остальное все время всегда концерты. Аж до Дворцовой площади. Вплоть до Дворцовой площади, да. А вообще самое экзотическое место, где приходилось встречать Новый год? Ну вот, Дворцовая площадь – это однозначно, особенно когда было минус, по-моему, 16 или 17 градусов. Вот. Дима Нагиев вел у нас как раз тогда, это был новогодний вечер. Вот. Это был ночной как раз концерт, и неожиданно, несмотря ни на что, несмотря на мороз, на Дворцовой площади порядка где-то 70-80 тысяч человек было. Представляете? Вот она, любовь к Новому тяга году. Что, да, тяга к искусству. Что она делает с людьми? У меня такой вопрос. Давайте сразу о неприятном, может быть, поговорим. Тут очень много всяких слухов ходит по поводу имени поющей гитары, по поводу каких-то судебных процессов, в которые вас втянули. Если можно, что можно, расскажите об этом для наших слушателей, потому что это очень какая-то запутанная история. Ну, Милена Вавиловна, расскажите, я дополню. Ну, на самом деле, не очень, честно говоря, хотелось бы нашу вот сегодняшнюю встречу, которая обращать Новому году, да, посвящена, говорить об этих судебных делах. На самом деле, у нас в группе есть информация по этому поводу, вот, поэтому я думаю, ограничимся этим. Ну, по крайней мере, вам это ничем не угрожает? Уже нет. Уже нет. Да, оно и не угрожало, в общем-то, сильно. Ну, а сейчас уже нет, конечно же. Сейчас все приобрело, в общем-то, такие очертания добрые и хорошие. Поэтому уже волноваться уже нам за дальнейшую судьбу нам. Все от нас уже зависит. Вы же наверняка помните, как мы когда-то уходили с Радио Рокс, у нас были там тоже какие-то разборки собственников, брендов и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, ну, для нас это печально закончилось, хотя мы не пропали. Вот. Ну, наверное, что-то примерно в этом. Ну, наверное, примерно это похожая ситуация, да. Безусловно. Но бренд, как и принадлежал ансамблю «Поющие гитары», так он и принадлежит. Ничего страшного не произошло. Поэтому я думаю, что в ближайшие там месяцы все вообще успокоится совсем окончательно, и мы уже будем... Тем более, что, по-моему, это даже не первый раз с вами происходит. Не-не-не, это второй. Это второй раз. История вот. Повторяется. Да-да-да, у нас большой жизненный опыт по этому поводу. Я думаю, что где-то через несколько месяцев все уляжется.
Ну, ладно, тогда давайте вообще отойдем от этой темы. У вас есть в репертуаре самая, скажем так, празднично-новогодняя песня? Так. Хороший ну, вопрос. Праздничная новогодняя песня, если говорить про веселое настроение, про Милена Вавиловна у нас поет «Синие иней», «Елы-палы». Кстати, да, вот именно. Куда уж новогоднее это? Куда уж новогоднее? Да, без нее. Ну, вы будете сегодня петь нам или как? Да, конечно, споем. Ну, так давайте. Давай. Так, может быть. Да. А как вы хотите, чтобы хорошо, мы спели? Хорошо, вы не ломаетесь. Так как вы хотите, чтобы мы спели? А? Ой, а как угодно. Лишь бы спели. Да, Милена Вавиловна, давайте потихонечку. Как получится, но по-новогоднему. Синий-синий иней лег на провода, в небе темно-синим синяя звезда. Только в небе темно-синим. Синий поезд мчится ночью голубой, не за синей птицей еду за тобой. За тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее, мечту мою, и лишь она одна мне нужна. Ты, ветер, знаешь все, ты скажешь, где она, где она. Синий-синий иней лег на провода, в небе темно-синим синяя звезда. Только в небе темно-синим. Только в небе темно-синим. Только в небе темно-синим. Браво, 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 бис. Это вам не магнитофон. Да, как интересно, да, мы только третий куплет перепутали. Да неважно, какая разница, главное новогоднее настроение. Абсолютно. Слушайте, как вот со стороны так все у вас легко, слаженно так все получается, это достигается. Мастерство. Мастерство не приобретенное мастерство. Нет, ну мастерство надо поддерживать, на репетиции есть у вас еще? Конечно, как же. У нас репетиции вообще... регулярные. На неделе мы встречаемся не реже 3 раз. Ага, и весь репертуар пропиваете. И не только. И готовим новый. Готовим новый, да. Забежим, еще новое что-то появляется, конечно, да? Обязательно. Ага. Несмотря ни на что. Ну, это мелодия, конечно, которая знакома каждому, наверное. Ну, кому? Чуть больше, может быть, 30, а может быть, даже и помоложе, те, кто тоже знает эту музыку прекрасную. Эта мелодия, кстати, звучала в фильме «Начало», где Инна Чурикова танцует с Куравлевым. Ну, и начинается их роман как раз под эту музыку. Это ваше исполнение использовалось в фильме? Да. То это есть Анатолий... «Поющие гитары». Да, «Поющие гитары», запись там какого-то 1966 или 67 года. Mm-hmm. Да. А сама история, давайте напомним нашим слушателям этой песни. Дело которая в вольном переводе «Цыганочка». В вольном переводе, да, действительно, «Цыганочка». А на самом деле эту композицию инструментальную написали, исполнили какой-то из ансамблей из Англии. Ventures, по-моему, да, потому что тогда были Shadows, Ventures и еще кто-то. Какие-то и третья была какая-то группа, тоже они вот... Surf, Вот они вот в начале 60-х годов они исполняли инструментальные композиции. Ну, они, по-моему, все ее исполняли. Все играли. Многие ансамбли. Даже вот есть такая песня «Апачи», которая называется «Та-дам-да-да-там-да-да-там». Вот эту, по-моему, инструментальную композицию даже играл и Джефф Бек, и Ричи Блэкмор. Да. И вот все вот эти английские группы, именно инструментальные, они все вот в 60-е годы играли эти произведения. Ну, мне кажется, что тогда еще вот 60-е годы, они были недалеки от середины 20 века, когда создавались великие песенные стандарты, и вот эти вот вечно зеленые мелодии. Может быть, это тоже как раз вот из этого
10 серии как раз, когда разные артисты исполняют эти популярные мелодии кем-то другим. Это сегодня еще раз доказывает, что хорошая, красивая мелодия, она существует вне времени. А сейчас-то вообще бывают красивые, хорошие мелодии? Конечно, конечно. То есть не все пропало? Не-не-не, есть надежда, есть надежда. Мне иногда кажется, что просто как-то уже исчерпывает себя народная мысль или фантазия, не знаю, в плане создания красивой музыки именно новой. Ну, конечно, количество, наверное, потрясающих мелодий все-таки самое главное, оно было написано, скорее всего, вот где-то на рубеже 70-х, 80-х. Сейчас чуточку... Нет, есть и сейчас. Чего уж... Ну, хорошо, ну, а мы об этом узнаем, наверное, спустя годы. Много спустя годы, но плюс ко всему, просто, наверное, этого стало по... Скорее всего, по количеству выпускаемых достойных альбомов и мелодий, конечно, сейчас стало скромнее. Мне кажется, просто вообще всего стало в общей массе всего много. И вот поэтому, вот потерял, красивость, красота немножечко как-то на фоне всего этого многообразия, она несколько, как будто бы так ее, она заретуширована чуть-чуть. Mm-hmm. Но меломаны помнят, меломаны знают. Конечно, конечно, да. Скажите, каким был для поющих гитар этот год? Ну, мы не берем, опять-таки, да, вот всякие там судебные дела. Мы о хорошем, о концертах. Ну, я не могу не сказать о том, что нам, в общем-то, получилось, назовем это так, слово «посчастливилось», это, наверное, оно несколько неуместно, но нам, в общем-то, так получилось в этом году съездить на Донбасс. Стесняться этого не нужно, потому что ансамбль «Поющие гитары» в этом отношении, когда именно действительно появилась возможность туда поехать, хотя желание поехать туда было аж еще в прошлом году, а получилось поехать в этом только в мае. И вот ансамбль «Поющие гитары» съездил к ребятам для того, чтобы поддержать наших солдат. Мы уже съездили 4 раза. Вот это в этом году я без сомнения, это самые сильные впечатления, это выступление для наших солдат. Слушайте, ну вы как фронтовые артисты, которые ездили. Да, да. Хотя это называется, ну, несколько звучит легкомысленно, называется агитбригада. Ну да. Ну это, вы же понимаете, все это на самом деле все гораздо проще, сложнее одновременно. Но вот эти вот так называемые командировки туда, это дорогого стоит. Потому что мы туда, приехав туда, мы вернулись совершенно в другом измерении. А как получилось, что вы туда попали? Это было какое-то приглашение или как? Это ваша инициатива? Как это вообще получилось? Ну, инициатива-то у нас, она вот типа длилась уже практически очень-очень давно, но все время как-то не получалось. Почему-то и... Как-то и Министерство обороны, и Управление делами президента как-то так не получалось все время туда поехать. Но вот благодаря, по-моему, Ольге Борисовне Кормухиной, да, и нижайший за это поклон, она как-то так очень нам в этом отношении помогла, когда мы к ней обратились за помощью. Ну, потому что я ее знаю уже там лет 40 уже. Я говорю: Оля, а что бы сделать такого? Вот попроси, пожалуйста, чтобы помоги, пожалуйста, чтобы поехать туда. И она буквально через несколько дней нам позвонили уже, по-моему, из Управления делами президента, и уже нас в мае мы уже поехали уже в Ростов и там уже к ребятам на линию боевого соприкосновения. Ну, Владимир, вы мужчина, а вот Милена все-таки молодая же женщина вообще. Как она... вас, вот у вас мама есть, как мама вообще к этому отнеслась? Она мной гордится. Да? Она говорит: дочка, я тобой горжусь, ты молодец. А какого-то такого вот страха обычного не было? Все-таки боевые действия активные, мало ли что может случиться. Конечно, были страхи. Как обеспечилась безопасность в таком случае ваша? Ну, об этом... Сами беспокоились только. Сами, нет, военные, конечно, беспокоились о том, чтобы с нами ничего не произошло. Вот. Хотя, конечно, ситуация, безусловно,
тревожная и, как говорят музыканты, стрёмная, есть такой термин у музыкального братства. Но, тем не менее, когда ты видишь глаза ребят, защитников нашей страны, ты уже вообще не задумываешься ни о чем, потому что для нас это были самые дорогие минуты, вот именно выступать для них. И как бы это ни звучало, может быть, там пафосно, но поднимать боевой дух приходилось именно вот таким образом, потому что у них очень и очень непростая ситуация. А вот вы чувствуете, как вы этот дух поднимаете вообще? Как это, в чем это выражалось вообще? Как публика реагировала? В качестве такого маленького примера. Вот когда выходишь в первые минуты к солдатам, на тебя смотрят где-то, несколько сотен пар глаз, смотрят на тебя потусторонним совершенно взором, потому что эти люди, которые буквально там час, два или три назад еще смотрели, как говорится, смерти в лицо, и вот у них еще в лицах, на лицах, в глазах все написано, что они сейчас не здесь, вот они где-то. И вот растопить вот этот взгляд и, в хорошем смысле слова, призывать их на свою сторону, чтобы они немножко, чтобы их чуточку отпустило, потому что нам даже руководители, там, и начальники, и полковники, и офицеры говорили о том, чтобы как можно меньше печальных песен. Таких вот драматичных. Да? Постарайтесь. Все-таки мы знаем о том, что такое поющие гитары. И если у вас есть возможность, вот как вы выступаете в обычных концертах, ездите по стране, вот постарайтесь вот это вот настроение сохранить для ребят, потому что им и так хватает. Да, мы так готовили военные песни. Мы даже готовили, и ни разу их почти не спели. А военные какие-то из... Старые военные песни, там типа «Темная ночь, только пули свистят». Вот их спасало, вот ребята с удовольствием слушали, и буквально через 5-10 минут после там 2-3 песен они оживали, у них взгляд, они уже пели все эти там «Люди встречаются», там все эти, что мы там пели, «Велосипед». Ого, трудно было человеку. И люди, вот видно, они у тебя на глазах, они же солдаты перед тобой. Вот они в 2-3 метрах от тебя. У нас же никаких аппаратур-то не было. Там же все, там же, а там электричества нет. Вообще, да? Это все в поле, в кустах. Все происходило в кустах, потому что в поле особо на открытой местности это нельзя, потому что... Чтобы не привлекать внимание. Вот. А пели без микрофонов просто. Вот гитара вот такая же, как здесь. Бубен. Гитара и бубен. И поем. И все. Вот это реальные, как говорится, полевые условия. Никуда не деться от этого. И вот перед тобой сидят в военной форме, со всем оружием, в бронежилетах сидят солдаты, которые только что отражали атаки, и которые через несколько часов там, или через сутки уйдут опять защищать нашу страну. Вот. Вы каким составом? Мы по просьбе Министерства обороны ездили туда в сокращенном составе, потому что там как можно меньше. Вот, как можно меньше людей, чтобы сюда по мобильной, чтобы не рисковать. Потому что риск ужасный совершенно. Но, и сколько там концертов вы дали? Ну, в общей сложности где-то сколько это уже получается? Да, надо было где-то, наверное, концертов, 15, наверное, уже где-то вот за эти 4 поездки мы и в Севастополь съездили туда, на Крымскую военно-морскую базу. И в Мариуполе вот очень такая. Я думаю, побольше. Да, может быть, побольше. В эмоциональном плане очень серьезные поездки, конечно, то, что связано с Мариуполем, потому что там. Гигантские разрушения, потому что город так пострадал, что его сейчас, благодаря тому, что он является побратимом Санкт-Петербурга, поэтому туда очень много сил брошено для восстановления именно Мариуполя.
Ну, там, конечно. Ну, вот мы вот недавно ездили, вот наша четвертка. Четвертая поездка была как раз в Мариуполь. Да, конечно, там очень много чего изменилось, очень много восстановлено. За этот год. Удивительно просто, да, в такие сжатые сроки город преобразился. Это нас очень обрадовало. Поющие гитары в студии Моторадио. Владимир, вы говорили, что вы на Донбассе или там вообще в тех краях бывали еще до всех этих событий, задолго, как я понимаю, да? Ну, мне вот за там 55 лет гастрольной жизни, я там 7 или 8 раз был на Донбассе, и помимо того, что сам Мариуполь – это красивейший город на берегу Азовского моря. Курортный. Да, самый настоящий курортный город, и, если можно так выразиться, примкнувший к ним завод «Азовсталь», который был одним из самых главных заводов по выпуску металла. И вот сейчас, конечно, там не стоит вопрос о том, чтобы восстанавливать этот завод, потому что он разрушен очень сильно. А вот чтобы город превратить все-таки так же и вернуть ему статус такого хорошего, достойного курортного города, сейчас все делается для этого. Милена, а ваше самое такое, может быть, яркое впечатление о поездке? Не обязательно положительное, может быть, отрицательное. Ну, самое яркое, наверное, это когда в нашу вторую поездку мы приехали, и когда мы вышли из машины в поле, вот там сначала никого не было, а потом я услышала такой характерный такой звук, ну вот как лязгание, не знаю, ну, в общем, начали выходить наши парни. Вот, и они во всей амуниции, в бронежилетах, с автоматами, конечно, не знаю. Ну, прям как сейчас, вот перед глазами это стоит. Но это такое самое сильное. Вообще, конечно, все эти поездки, они настолько проникли вообще в душу. Ну, то есть мы их не забудем никогда. Потому что, конечно, это... сильное очень такое впечатление произвело вообще все. Надеюсь, что никаких опасностей таких вот реальных не случилось с вами, никаких там происшествий, ничего. Нет, все. Нет, они, иначе бы мы с вами, боюсь, не разговаривали бы здесь, в прекрасной студии Моторадио. Вот. Но тем не менее, вот. Ну, седые волосы, может, появились у меня немножко. У меня... Вот. У нас уже давно. Да. Поэтому волосиночкой больше, волосиночкой меньше, это уже незаметно, ничего страшного в этом нет. Но очень сильное, вот, кстати, впечатление. Милена не даст мне соврать, когда вот сейчас в последней командировке ребята очень трогательно... Милена дирижировала солдатами, и они очень хорошо спели, эмоционально спели «Синий иней». Вот это вот, она отрепетировала с ними знаменитые ноты, подпевка под названием «У-у-у». И вот когда это поют настоящие мужские голоса солдатские, «У-у-у», это было... На самом деле, да, вот мне пришла такая идея. Это была импровизация абсолютно. Чистая импровизация, но это еще возникло еще в третий раз, когда мы в Крым ездили. Вот, и там как-то мне хотелось... Ну вот, не просто петь, да, а вот как-то вот с ними взаимодействовать. И мне вдруг пришла мысль, давайте вот спойте вместе со мной, да. Вот, в принципе, я на концертах всегда, когда исполняю эту прекрасную композицию, я всегда пою с залом, да, и они первый куплет мне все подпевают дружно. И я думаю, ну, как-то надо здесь тоже вот сюда это привнести, потому что... Вот, и возникла вот идея, вот именно вот слово «у-у», потому что, ну, понятно, слова-то не такие, как бы вся песня, она такая очень интересная в том плане, что там в словах запутаться можно, они такие все друг на друга похожи, вот. И, а вот это одна нотка, одна буква, вот. И я перед тем, как, значит, спеть ее, говорю, ребята, давайте подпойте мне
пожалуйста, эту песню. Давайте порепетируем. Мы с ними репетируем. Я говорю, вот всего лишь вот две ноты нам надо спеть. Больше вот. Ничего не да, надо. Да. Я говорю, вы готовы? Готовы. Ну все, поехали. Володя начинает играть. Я когда им показываю, они дружно поют. Это вообще так здорово. На самом деле, вот в нашей группе ВКонтакте вот эти видео есть. К сожалению, мы, по-моему, не записали тот момент, когда вот именно я подготавливаю вот эту почву. Но сам момент они поют блестяще. Здорово, блестяще. Да, это, конечно. Для них это, мне кажется, вообще настолько важно. Задавали ли вам какие-то вопросы? Вообще было ли какое-то еще общение помимо концерта? Конечно, конечно, конечно. Дело все в том, что вот это не забыть никогда. Вот первый раз, когда мы вот ездили в первую командировку, солдаты после, когда вот мы закончили выступать, они, ну, естественно, все встали. Где-то нашли букеты цветов. Удивительное дело. Да, в поле, непонятно что, непонятно, где-то нашли букет цветов, и солдаты подарили Миленочке букет цветов после выступления. И подходили все, обнимались с нами и говорили, что не волнуйтесь, живите спокойно, мы вас в обиду не дадим. Это были самые дорогие слова. Это была первая вот эта первая поездка наша, и солдаты говорили нам все такие вот слова. Живите спокойно. На самом деле, не волнуйтесь. Есть даже фотографии, где столько цветов стоит, что мне даже не на каждом концерте вообще столько цветов я получала. Вот действительно, вот, ну, лично мне, понятно, что они несли все цветы мне, да, и там, ну, их даже было не собрать вообще. Это такое количество вообще, это тоже удивительно. И они говорили такие удивительные слова. Как вас сюда занесло? Да. Вот солдаты прям смотрят. Вот вы чего здесь делаете? Мы не видели уже гражданских лиц уже здесь по полгода, по году. Как вас сюда занесло? Что вы здесь делаете? А мы приехали вот выступить для вас там. Они говорят, ну, это уже за гранью. То есть не так много, как кажется? Нет, вот там, где мы были, там все сурово, и там как раз не так-то много и артистов бывает. А где бывают артисты? Наши? Они, может быть, где-то, ну, в Донецке, может быть, бывают, там, в каких-то в других местах. Ну, вот у нас. А вот, так, чтобы в чистом поле, как Клавдия, в концертных залах, в концертных залах, потому да, там, ДК, где все это аппаратура, да, все поют, там все. Да. А вот так вот, чтобы в поле. Нет, понятно, что поют и приезжают туда и актеры театральные, и выступают, и читают стихи, и поют песни, безусловно. Вот. Но в основном это происходит где-то так вот в цивильных местах, но какое-то количество, конечно, артистов и выступает непосредственно для солдат. Потому что это вот там, где мы выступали, это штурмовые бригады, которые самыми первыми идут в бой. Самые первые примеры. Потому что после них уже выступают более серьезные военные формирования. А вот именно непосредственно первыми, кто принимает вот, непосредственно в бой, это штурмовики. Вот так. Я хотела бы еще добавить, на самом деле самое главное в этих поездках было то, что свою задачу по поднятию духа наших ребят мы выполняли. Я не побоюсь даже этого слова на 100%, потому что это действительно это невероятно важно и необходимо. Вот, просто мы видели их глаза, как Володя правильно сказал, до концерта, да, когда мы, и после, это совершенно, ну, то есть они смогли отвлечься, они улыбались, они потом подходили и говорили очень теплые слова. И для меня вот важные очень слова были: пожалуйста, не сомневайтесь у нас. Вот. Это... И поэтому... Ну вот как раз за час буквально до вашего прихода здесь были представители мотоклуба «Ночные волки» Назар Долицкий. Он как раз говорил, что очень не хватает там именно вот чего-то такого домашнего вот, из нормальной жизни. И вот как раз вы это принесли им туда. Да, вот они были очень признательны, да, что мы все-таки к ним приехали. Потому что, говорит, для нас это...
такой глоток чистого воздуха. А, кстати, можно я про, конечно, про нужно, короля спою? Вот, нужно, да. Нужно. Мы в Мариуполе для солдат я рискнул. Мы ее поем редко, но вот в Мариуполе я рискнул спеть. В каждом деле будь себя смелее, на земле царит один закон. Нужно быть тебе по меньшей мере ночью и днем в деле своем королем. Нужно быть королем. Ну а если горе одолеет, налетит незваным гостем в дом, стань тогда навек по меньшей мере ночью и днем в деле своем королем. Стань тогда королем. Не слушай чужого совета, как пройти по прямому пути. На прицеле у целого света ты от цели до цели иди. Ты не слушай чужого совета, как пройти по прямому пути. На прицеле у целого света ты от цели до цели иди. Спасибо, Владимир. Вот это для ребят. А что это за песня, кстати? Это можно песня, да. Да. Автор этой композиции сидит перед вами. Серьезно? И вот я хотела сказать еще, возвращаясь к вашему вопросу по поводу красивых песен, да? Вот Владимир Борисович очень скромный в этом отношении. Знаете, сколько у него таких композиций? Я не сомневаюсь. Вот этим мы и будем заниматься. А мне просто я слушаю, мне кажется, что я когда-то это уже слышала где-то, что это как что-то очень известное, что-то такое популярное. Это хорошо. Это очень хороший признак. Если в песне кажется, что ой, а я ее знаю. Значит, она уже обречена. Значит, она обречена, да. Это да, да, да. Здорово. То есть у вас, несмотря ни на что, продолжается написание новых песен. Конечно. В ансамбле. А можно? Можно. Ну-ка, спой-ка нам про птиц. Давай. Спой красиво, я тебе даю. Спой, Миленочка, не стыдись. Какую такую птицу? Давай тогда куплет-припев такой. Конечно. Да. Я буквально как фрагмент. Раз, два. Ой, дари-дари-дари-дари-да. Ой, дари-дари-дари-да. Ой, дари-дари-дари-дари-да. Ой, дари-дари-дари-да. Кружатся белые птицы. Может, они мне пророчат беду. Медленно черные дрогнут ресницы. Сердце стучит, что напрасно я жду. Нет, я не поверю. Я продолжаю верить в мечту. Нет, настежь все двери. Я открываю, я тебя жду. Лай ла 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 ла. Да, и это тоже кажется, что где-то уже слышала почему-то. О,
Да-да-да, Милена, это сигнал. Да, это песня мама моя написала. О, то есть мама помогает с пополнением репертуара. Она будет обязательно, да, в репертуаре. Интересно. У нас, мы ее готовим, да. Здорово. Вы еще говорили, что у вас обновление состава, еще там что-то у вас происходит в группе, в ансамбле. Я всем говорила. Да-да-да. Но у нас новый барабанщик. Как, барабанщик, как это? Ударный инструмент. Да, ударник, да. Все время путаю. У нас новый ударник. По-моему, Володя Свинок же у нас давно играет. И он, да? Ну, да, официально мы его представили совсем недавно. Вот, опять же, в нашей группе ВКонтакте. Да, но играет он давно. Если кто-то интересуется, заходите. Вот, и да, и у нас сейчас новый гитарист, с которым мы репетируем и старую программу, и новую. Вот, так что я думаю, что в 31 декабря в клубе «Джаггер» на новогоднем концерте вы увидите нас в полной красе. В полном составе. Сегодня у нас предновогодний эфир. Загадываете ли какие-нибудь себе желания на Новый год? О чем мечтаете вообще? Вот у Милены спрошу для начала. Ой, я пока еще не загадывала ничего. Обычно уже желания, какие-то мечты приходят в преддверии, прям в самом преддверии Нового года. Вот. Ну, я как бы желаю только вот в плане, вот если говорить рабочего, да, желаю только, чтобы у нас продолжалось все. Вот, и так и есть, в принципе, да, вот, чтобы у нас были новые песни, много концертов, много зрителей. Ну, конечно, здоровья хочется своим родным, близким. Ну, а из такого, ну, я не знаю. Машину хочу. Хочу машину. БМП. Ох ты. Да, это моя, действительно, это моя мечта. Вот, и... А еще хочу радиомикрофон. Ух ты. О! Ясно. Вот это такие, как призвания. Хорошо, что призналась на моторадио. Мы теперь будем знать, к чему стремиться нам. А что нас ждет впереди? Владимир, а вы о чем мечтаете? Вообще-то, если честно, хотелось бы, чтобы все побыстрее закончилось. И страна наша все-таки жила бы мирной жизнью. А если из такого чисто земного, хотелось бы в этом году все-таки, благодаря большому снегу, встать на лыжи. Да, потому что я лыжами занимался более там, лет 60 назад. Не то, что занимался, я просто очень хорошо катался на лыжах и выиграл в своей жизни, по-моему, 3 раза я был чемпионом школы, 2 раза был чемпионом Василеостровского района по лыжам и 1 раз или 2 был чемпионом Ленинграда по лыжным гонкам в Кавголово. Да, 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 да. Вот эти шоссейно-кольцевые наши лыжные дела. Помимо того, что у меня был мотоцикл Харлей Дэвидсон, я уже говорил как-то в передаче. Да, да, да. Вот, я вспоминал об этом. У меня в 63-м году я купил за 150 рублей трофейный 39-го года у меня был Харлей Дэвидсон военный. Вот, вот, вот. С задним ходом. На нем можно было ездить задним ходом. Он был с коляской. Ага. Вот на этом мотоцикле. Ну и одновременно вот я лыжами занимался. Ну а потом, естественно, 62-й, 63-й, 64-й, 64-й год, повальное увлечение музыкой Битлз, на эпоха битломании с середины 60-х. Ну и там уже не вставал вопрос, чему посвятить свою жизнь. Несмотря на то, что я закончил политехнический институт по моторам, двигатели внутреннего сгорания, карбюраторы эти. Вот, тем не менее, последующая там служба в ансамбле «Песни и пляски», она сыграла свою положительную роль в выборе карьеры. И после ансамбля «Песни и пляски» я уже не задавал себе вопросов, чему посвятить свою жизнь. Вот до сих пор пою. Владимир, я вот не могу никак забыть, и как бы, по-моему, на предыдущем нашем каком-то радиопроекте исполняли здесь также песни из репертуара группы «Круг», да? Было у нас было там, да-да-да, было немножечко, да.
Вот. А сейчас не исполняете ничего из этих старых? Нет, я их исполняю. Я с группы «Круг» иногда там, тоже, да? Когда меня отпускают, молодежь меня отпускает попеть вот с группой «Круг», то я у них спрашиваю разрешение. И, конечно, я езжу там, даем концерты, да. Еще было, по-моему, «Добрый молодцы» или что-то? Это было в 73-м году. Кстати, для поднятия духа. Да. Давай-ка. Пусть гитара не строит, но зато в этом есть свое обаяние. Мчатся сквозь года, сквозь бури к солнечной мечте. Вечно наша Русь, ею я горжусь. Я добрым молодцем и красным девицам, и русской тройке в пояс поклонюсь. Ла-л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 а. Ла-л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 а
ла-ла-ла-ла. И для вас. У нас теперь все песни в мажоре. Правильно, да, так должно быть. Жизнеутверждающим мажоре. Сколько можно минора, да? Конечно, мажоре все. Спасибо вам, дорогие наши старые добрые друзья. Ансамбль «Поющие гитары», Владимир Васильев и Милена Вавилова сегодня здесь были в студии. Приходите к нам еще. С вами здорово. Спасибо, что пригласили. Да, вас тоже с наступающим годом. Я желаю, чтобы мечты сбывались. Да. Ну, не в этом, так в следующем, в начале. Но чтобы все исполнялось задуманное, чтобы вас продолжали любить так, как любили всегда все. Сколько уже лет? 57. Да. Мы наступаем на пятки вокально-инструментальному ансамблю Rolling Stones. В общем, практически, да. Ну что ж, спасибо. Давайте теперь вы наших слушателей поздравите тоже с Новым годом. Уважаемые и дорогие слушатели Моторадио, конечно же, с приближающимся наступающим 2024-м. И самое главное, чтобы вы были счастливы, здоровы, берегите себя и почаще катайтесь на лыжах. Это поможет вам обрести хорошее расположение духа и настроения. А я добавлю, с Новым годом, с новым счастьем, и почаще слушайте «Поющие гитары». «Поющие гитары» на Моторадио. Спасибо, до встречи в эфире. Всего доброго. Моторадио представляет...